Привет, друзья! Вы на канале Автомасштаб. В этом видео я покажу постройку мотора для модели Lotus Super 7, а также немного улучшу его детализацию. Желаю вам всем приятного просмотра. Провода, идущие от трамблера к свечам зажигания, я решил сделать из стальной проволоки 0,3 мм, что впоследствии оказалось не самым лучшим решением. Трамблер, который был в наборе, к сожалению, был безвозвратно утерян, и мне пришлось сделать что-то похожее из подручных материалов. Отверстие в рабочем цилиндре сцепления я сделал для того, чтобы впоследствии провести к нему трубку от главного. Но это вы увидите в следующих сериях. А чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. We'll be right back.
Для придания большей реалистичности мотору добавляю немного смывки. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и пишите комментарии. А мне лишь остается сказать вам до скорых встреч и спасибо за просмотр.